На территории Ивановской области у нас сегодня проводится профилактическое мероприятие по выявлению нарушений правил перевозки грузов и пассажиров. Предложим посмотреть у вас документы на машину, водительские удостоверения. В ходе профилактического мероприятия сотрудники дорожной полиции останавливали все автобусы городских и междугородних маршрутов на Кохомской трассе. За несколько часов работы 18 водителей наказали за различные нарушения. Массовая проверка автобусов обусловлена увеличением количества ДТП с участием пассажирского транспорта. За 5 месяцев этого года в городе Иваново произошло 71 ДТП с участием водителей автобусов. Один человек погиб и 96 человек получили травмы тела. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось более чем на 24%, количество погибших на 100% и количество пострадавших более чем на 15%. В 46 случаях 71 дорожно-транспортного происшествия виноваты были именно водители автобусов. То, что водитель должен сделать перед рейсом, каждый остановленный сотрудниками дорожной полиции рассказывал без запинки. Но теоретических знаний мало. Требования ПДД необходимо соблюдать на дороге. Так, иметь свидетельство, взять путевой лист. Ну, главное, чтобы подписал механик, что исправлены транспортные средства. Штрафы-то наши тогда будут, если нарушать. У 9 из 18 нарушителей, пойманных в ходе рейда, в транспортном средстве были обнаружены технические неисправности. Один водитель выехал на рейс без медицинской проверки, двое без технического осмотра машины. Остальные халатно отнеслись к обязанности пристегиваться или не включили ближний свет. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.